Юные актеры Самарского государственного института культуры решили сделать подарок для воспитанников детского дома «Иволга». Они выступают для них с пьесой «Белочка и Тамарочка», которая вошла в шорт-лист лучших региональных спектаклей. В образе веселой Клёпы с детьми играет Гилия Казанцева. Рассказывает, в школе занималась в театральной студии. Потом с золотой медалью закончила училище культуры. Поступила в институт и параллельно работает в центре социализации молодежи. Выступает для детей на разных праздниках. Все, только самые положительные эмоции. У меня никогда не было такого, что я там от этого устала или что мне это надоело. Это всегда отдача детей, она самая искренняя. Поэтому это все всегда только положительные эмоции. Студенты Самарского государственного института культуры разработали для детей интересную программу. Сначала воспитанники детского дома стали участниками театрального квеста. В нем ребята смогли проявить свои актерские способности, показать, как они представляют себе балерину, певицу, кукловода и музыканта, поработать с театральным реквизитом и самостоятельно составить костюмы. Затем стали зрителями спектакля по пьесе Пантелеева «Белочка и Тамарочка», в котором говорится о дружбе и взаимоотношении со старшими. В первую очередь мы разработали цикл программ и выезжаем вот с ними к ребятам в детский дом. Наша задача поднять их, подтянуть их, расширить их кругозор, увеличить их возможности. Ну и будет нам всем тогда и счастье, и почет. В ближайшее время студенты Самарского института культуры выступят с праздничной программой и в других самарских детских домах. Никита Борисов, Максим Гусев, «События».